Приветствую всех на моем канале. Привет всем. Мы приехали устанавливать капканы на бобра. Заходилось на мясо перед Новым годом. Как говорится, сделать шашлычок, тушеночки завернуть, пару баночек для дальнейшей охоты. И вот мы приехали опять снова помучиться, подолбить лед, погоду посмотреть. У нас он наладилось, минус 15 стало, было до этого минус 35, доходил до 42. Продолбили мы одну лунку, там детвора у меня сидит, рыбачит, они пытаются харюза поймать. Вот все это на плотине на одной. Мы здесь были до этого, выше ставили капканы на жировки у него, но они перестали там активно плавать, пропали они совсем. Вот сейчас вам покажу, уже наверное много знает то, как этот способ установки капканов. Мы увидим сверху и под водой, могу показать, что они тут по осени он грызли, тут все затоплено. Здесь вот этот вот ручеек совсем маленький, если по нему идти, там где-то хата есть. И мы вот где он плавает примерно, это вот вот ручей бежит один, тут второй, он оттуда выплывает, чтобы покормиться там. Вот, и мы прям на пути поставим капканчик КП-250, наверное, кировского производства, не будем слова ставить пока. Около самой плотины мы воткнули тоже два капкана, один суазовский, другой КП-250 кировский и пятый номер на газохватовский. Вот попробуйте посмотреть, он там частенько вылазит, видать, или почиститься, или воздухом подышать свежим. Ну смотрите дальше, увидите. Ну вот мы извели капкан. Вот снизу у нас осинка, она держится на, прямо на капкане, дугами прижатая. Во-первых, отплывает, хочет укусить ее, дергается, цепляется за насторожку, капкан срабатывает. Сейчас пропускаем тросик сверху на эту дугу. А вот только никто не показывал видео, на какую высоту надо привязывать капкан. Будет глубина у нас больше метра, или под лед пускать, или посредине толщины, или на дно. Вот никто, может, кто из подписчиков знает, так напишите в комментариях, будем, как говорится, узнавать все это. Вот сейчас мы делаем.